Не бить босса. И отойди, пожалуйста, куда ты идешь со своей куклой? Отойдите, пожалуйста, от куклы подальше. Бафните пристабафинту. Женя, да. Есть, кто не может хилить. Я ему отдаю. Жнецет, кто ему отдает? Жнецет, не я. Ну чё он так долго копится? Что закидало? Нормально. Это чё? Это не ресает, жизнь цвет. Знаешь, что он не ресает, ребят. Во. Во. Давай еще последний. Ну, о, все, давайте, пуляйте босса и башьте его. Показывайте свой скилл. Ноги на Сиатриксе вешайте. Ну. Во, блин, а ты говоришь, ДПС не хватит. Её солоточку дай за ДП. Знаешь, чё? Давайте под босса зелеными. Таби, если что, по команде отдашь гимн на ХП. Ну, пока не надо. Я пока чешку отдам. Давайте, сбегайтесь. Отдавай гимн на ХП, Таби, отдавай. Все. Пельмени не ловите, это самое главное, и милики тоже за колбами следите. Под пельмени летят, не ловите их. Внимательно с ними. Должно облако появиться, по идее. Да, я ошибся тогда, пельмени. На себя метку поставить. Мак чуть не сдох. Он ей просто ловит пельмени. Сбегайтесь к шаману. Дай, пожалуйста, гимн на ману. Иннер, залезь и кирите, пожалуйста. Могу на ману дать, надо? Не, не надо. Пока гимн на ману не надо. А чё ты под зеленую колбу продал? Там же красный. Это пельмени ловите, и сейчас облако. Как-то водишь, непонятно как. Да, он с X5, понимаешь. Ну не ловите пельмени, пожалуйста. Хочу тут славиться. До переходки процентов проебали мы, короче. А, зеленая. Не бейте, бля. Давай Геру. Он два слизняка. Давайте, Геру, Геру, давайте. Один. Чё, бля, конечно. Вот тебя. Тебите. Я уже, блядь, испугался. Зато смотри, как слизня быстро слили. Его бы и так слили. Доливайте уже облако. Берите босс. Пельмени главное не ловите. Вот пельмешки летят.
Вот тут, блин, ты прям на соточку это напрашиваешься. Чувствует. Пегалас. Да хоть не бей. Забирай босса. Забирай, паладин. Где гимноманы? Где диван давать? Чем гимноманы? Ну ладно, пойте. Что там упал? На рогу пояс. Да, он не только на него. Так. А вот опять осколок. Сейчас отдам. Давайте пояс на мейн. Еще не готово. Так, ну джазпанк выше. Анубис это у нас кто? А, он тоже рыбы. Так, джазпанк, джазпанк. От тебя токи надо кому? Не надо, с обычки мне отдавай. Гефестиум, отдаю гефестиуму. Так, да, даю ему. Надо кому? Обычки. Это подождите, пока не смотрите. Даю ДК. Идите, в общем, у вас есть буквально 5 минут, отдохните, покурите, вспомните тактику, посмотрите, у Войда мувики есть, ссылку можешь скинуть в описании. 5 дайте минут, портал. Отдохните. Сейчас я дам этот токен ТДК. Что я хочу вас первого трая убить и не упасть. Маги, дайте порт вдал, плиз. Так, еще обычка. Надо кому-то токи? О, спасибо. Никому не надо, ладно. А че, Вуди, КД что ли у него лока или че? Да, у него КД, он тогда хотел нам шкаф поставить и глянул, что у него КД. А у кого лок есть? Это Войд, если ты никуда не уходишь, я тебе. А, у тебя сист есть, объясни, пожалуйста, Транкету, как танчить босса, если ты никуда не отходишь. Я сейчас дам квест, это со мной минуту две. Ты чё, это же мутант? Я не знаю, как это. Мы танчим. Он должен помнить. Я не знаю, как он. Просто покажи ему, по какой полоске мы движемся чаще всего. Чего, блядь, профлите? Уже троллят вас, как я не знаю, как детей в детском саду. Я, кстати, даже не знал, что это мутант танчит. Пиздец. С ума не вводит. А ты на ком? А. Напали. Ты... Спасибо. Я бы по кругу поводил, мне нравится. Нормальная тема, кстати. Протопал стоит в одном точке, блядь. Просто, блядь, в небо смотрит. А, ты про протопала.
А что ты напишешь, блядь? Чтобы они таунтили урдалаков с него, блядь? Короны по КД, блядь, хуярить. Да не обсирайте Марату ДПС, заебали. Центр лича ставит. Да, в круг. Можешь на край пол. Ну вот где сейчас Тирион стоит идет. Сюда лича ставит. Странное посвящение, конечно. Куда ты уходишь? Его зовут Ренивел, да? А скафок не напасешься, бля. Так, давайте пока чекну. Ну он повороте лопом возьми. Он больше меня дамажит. Аж фриза поменяем, я ДК флоун зайду. Да. Аж фриз, ты здесь? Мы у тебя уже поменяем, у тебя 5.8 по КГС. В 11 босс тебя сводили. Так, ИП сколько? 2К, да? Сейчас мы ИП дам. Все, дал ему ИП. Заходи за своего ДК. Кто там хотел пойти с нами? Вон поворотили. Зачем вы его поменяли? Да. Вы еще гоните? С этим ДПСом Лич убивается на раз-два, вы че? Бери назад этого ДК. Если ты не знал, то я скажу, с Лича убивается, ну, типа, я, очень кстати, тоже об этом думал. Мы тем более 244 его... РДПС. 244. Это если брать 300 РДПС, типа, с одним вагоном, то это не страшно. Я вот тоже об этом задумался, судя, мы графа сейчас завалили. Так, думаю, да, не жалко. ДК, давай, сейчас мы тебя засуманим, будет, оставайся. Так, еще один чек, мне паладина нужна. Так. Так. Так, паладин у тебя стан прокачан, да? Нет? Нет. Тогда ты будешь танить тригоник, нечетные вальки, Айоши кружочек, Гефестиум, ромбик. Так, четные вальки, Анубис треугольник, Джаспан кружочек и ромбик самогон. Сейчас я ему даже напишу. Я ему писал, сказал, самогон, сказал кружочек, да? То я уже что-то забылся. У меня уже память девичья. Это, паладина тоже, пожалуйста, гнев небес пулу не отдавайте. Стан проходит, секунда, и потом... Сначала психопал дает гнев небес, через 2 секунды Айоши, и через 2 секунды Банвар. И по поводу пыток. Шадоу кидает треугольнику пытку, Тайби кружочку и Козырь.
треугольник. Еще один чек. Пока он здесь и здесь. Сейчас я пульну босса и дальше скажу. Так, зараза, ты здесь? Войт, я тебе дам. А, на тебе есть ассист, поставь на себя звезду. Все, все здесь. И на первый переход когда с козырь гимноману и готербол поставишь тотем. А на второй пускай дает шаудов ДП. И секьюрити поставишь тотем на ману. Бафните, пожалуйста, каску, кулак по варам. Бой не длится 13 минут, кулак по варам. И мизантроп заливаешь гим. Ой, гим, тьфу. Иннер заливаешь готерболу, а конскьюрити секьюрити. Так, если мне будет тяжко рейдить, Войт, я тебе скажу, будешь сам рейдить, потому что мне филом как-то неудобно. Нихера себе, ты загнул. У меня не тяжко, у меня 3 часа на день. Ну ладно, я сейчас голосовую поставил, так будет легче. А ты что, без педали играешь, что ли? Эй, мутант, лови тут у нас. 5 секунд боя. Каску ребафните, я дроиду в каску, ребафните. Раз в минуту без сабости. Сейчас скоро ловушка будет. Так, РДД. Бежим, бежим, бежим. Сейчас чума будет. Одна секунда чума. Миглер, беги. Чаржишься. Давайте диспел. Кто-нибудь диспелите, кстати. Это кто подиспелит? Ну, пожалуйста, я диспелю. Диспел. Все, отлично. Я забыл, значит, кто на диспеле. Милики, давайте бегите. Мы уже взрослые, можно не назначать. И хорошо Китти попала. Сейчас ловушка будет, он секунд. РДД. Сейчас чума будет, 0 секунд. Миглер опять на тебе, беги. Так, милики, ловушка. Сейчас снова ловушка, 2 секунды. Милики, молодцы. Танка в хите. БДК в хите. Сейчас снова ловушка будет, 2 секунды. Так, давайте ближе к краю, миликов тоже подводи. Давайте ближе к краю. К. Давайте на край. Гим на хп дашь, козырь, гим на хп дашь. Давай гим на хп. Гим на хп, гим на хп, гим на хп, гим на хп, гим на хп. Может, мне надо было дать? Что, давайте гим на ману, я сейчас подниму этого Анубиса. У нас один человек упал, ты. И рассоситесь, пожалуйста, РДш. Кто кучно стоит. Бейте следующего духа. Как новый дух появляется, сразу заливайте. Бойт, поставишь рейд, хорошо? Я сейчас буду поднимать ешь. Я лок. Ну лок. Как дела у тебя? Я зал. Ну ты Бойт, какая разница? А, блядь. Тогда лига. Войт, понял. Тихо, не ржите, подожди, давайте его убьем. Так, так, так. На, Леголас, помощника ставь. Сейчас я подниму этого робота. Блять, не могу его вынести, сука. Блять, метку кто-нибудь поставил на себя? Леголас, ты поставил метку на себя, ясно? Давайте звездой, рога подождет. Транрек, прожмись. Хильте Трендрека. Да, давайте встаны, где встаны, где встаны? Заливайте кружочек. Ромбик заливайте. Осквернение Shadow DC. Молодец. Ну, заливайте ромбик. Давайте кружочек добейте.
так у нас дороги упало. Конскрит, поднимай Анубиса, я подниму Йоша. Ой, поднимай Анубиса, Конскрит. Это у меня, значит, этот тупит, хилбот. Дайте ему бафа. С осквернением влево вынести его. А рейд проверить, что. Сейчас смотрим на консерн, таби. Рейд проверить, давайте изливать, станы давайте. Ну блять, ну что это? Ну как что, это рейд уже, блять. Как что это, блять. Когда люди бегут по направлению с вальпами, получается вайп. Нужно бежать, блять. Право, я сказал. Как это называется? Перпендикулярно, да, или как? Угу. Перпендикулярно направлению валик. То есть, блять, как это объяснить-то? Надо показать. Это называется на 90 градусов, Войт. Да нет, 90 градусов надо показать, блять, как это. Да просто вправо уйти и все, блин, это куда не проблема. Вправо? Что ты говоришь? Посмотри, где я вот лежу. Вот смотри, вот просто, чтобы люди понимали. Вот я сейчас лежу в центре, смотрю на портал. Туда летят вальки, да? Вправо или влево это будет ровно 90 градусов от направления портала. Вот вальки летят на портал. Лужи должны выноситься либо вправо, либо влево. А не вот так вот, блядь, за вальками бежать. Хуй знает куда. В небо вот так вот смотришь, бежишь за вальками. Все люди-милики тоже бегут. Вот так в небо смотрят, бьют валик там. И пиздец, и блять, в луже топчется. Вынесла ее в сторону. Маленькая, а потом разрослась.